Всем привет, дорогие друзья, с вами Касина, Юра Чтопкин, и прямо сейчас мы снова играем с вами в мобильную КРМП ГТАшечку Black Russia. Ребята, если вы никогда не играли вместе со мной, то сразу сходу напомню, что совершенно бесплатно можете перейти в описание под мой ролик и скачать себе игру на устройство по ссылке без каких-либо проблем. Ребята, наша игра идет как на Android, так и на iPhone, поэтому можешь в общем-то скоротать время вечером, скачав игру прямо сейчас в описании по ролику. Ребята, смотрите, у нас довольно-таки большое количество серверов, если быть точнее 81, я играю на 24. Который называется Санкт-Петербург, и приглашаю вас поиграть вместе со мной. Во-первых, у меня здесь есть семья BSG, куда ты можешь вступить на 4 уровне, номер дома 3105. Приезжай обязательно, нас довольно-таки много, потому что мы часто проводим стримы, и, ребята, фама растет на глазах. Поэтому, дружище, хороший автопар тебе будет тоже доступен. Смотри, дружище, как только появишься в игре, сразу сходу нажми на чат и введи команду /промо для того, чтобы вводить промокоды. В этом ролике я тебе расскажу обо всех действующих промокодах, которые сейчас работают на моем конкретно серваке. Выбирай первый пункт и сходу вводи промокод #Топкин. Ребята, мой промокод уникальный, он работает абсолютно везде, и после того, как вы отыграете ровно 1 час после активации, вы получите крутые ништяки, а именно маску тролля, косючек Джейс Бонда и, ребята, гелик заряженный плюс випочку на 12 часов, который поможет вам быстрее набрать уровень в игре. Ну а, ребята, чтобы все было еще намного круче, то вишенка на торте — это конкурс лично от меня для вас, моих подписчиков, на 2000 блэккоинов. Напомню, ребята, что вы можете принять участие, выполнив 3 простых действия, которые видите на экране. Это поставить лайк под ролик, подписаться на канал с колокольчиком, и третье, обязательно написать слово «участвую» и свой комментарий. Плюс, ребята, напомню, чем больше комментариев разнообразных со словом «участвую», тем больше шансов, что рандомайзер выберет вас. Все максимально просто. В прошлом ролике, друзья, побеждает вот этот вот парнишка, или девчуля, я не знаю, кто ты. Обязательно свяжись со мной в социальных сетях, ссылки тоже найдешь в описании, чтобы забрать свой приз, либо же просто приходи на стрим, и там тоже можно все это дело обсудить. Короче, ребята, действуйте как надо. Обязательно залетайте на все видео, смотрите их, но не забудьте, на стримах тоже своя атмосфера, очень прикольно, поэтому приглашаю всех. В понедельник будет следующий стрим по Black Russia, примерно где-то в 16, может быть, чуть пораньше по Москве, поэтому, ребята, заходите. Что ж, желаю всем удачи, участвуйте в конкурсе, ну а мы идем дальше. Итак, друзья, у нас довольно-таки большое количество, на самом деле, скопилось рабочих промокодов. На СПБ работают еще и старые промокоды, которые не работают на более новых серверах, так скажем, поэтому, если ты начнешь играть здесь как новичок, то ты точно не обломаешься. Итак, ребята, самый главный, в общем-то, промокод, который я всегда даю новичкам, это ВКБР, потому что он сам по себе хорош, на третьем уровне с ним можно заработать уже миллионы на кладоискателе. Ребята, дает он непосредственно вам BMW Z4 кабриолет, который машина сама по себе едет очень быстро, и, ребята, скин разработчика на 2 дня, для того, чтобы выделиться из толпы, что в совокупности тоже очень-очень даже неплохо. Итак, ребята, следующий промокод будет называться LogBR, который дает черную Бугати на 3 часа, VIP Gold аккаунт, и непосредственно, ребята, вы на этой Бугати можете прям полетать с ветерком. Есть еще промокоды, которые дают Бугати. Это промокод #брос, ребята. По нему можно получить Бугати Дива на 6 часов и VIP Gold аккаунт на 3 часа. И, ребята, в общем-то, промокод BRLVU, который дает Бугати Широн на 12 часов и еще VIP Gold аккаунт на 6 часов. Плюсом, ребята, 5000 рублей. В общем-то, мы на стримах очень много проводим времени в казике, на разных работах. Короче, вот прям, если у вас нет информации и лень смотреть мои ролики по развитию, приходите на стрим. В принципе, там мы все это мусолим, разбираем, делаем выводы. Ну и на самом деле, очень много очень полезной и интересной информации тоже мы сходу с вами нашли на стримах за последние 2 недели. Итак, ребята, едем дальше. Есть промокод бонусник из ВК, ребята, который так и называется BRVK. По нему можно получить вас окушку на 12 часов. В принципе, почему бы и нет, до сих пор работает, поэтому забираем. Есть промокод YouTubeBR, друзья, который дает непосредственно BMW X6M внедорожник на несколько часов. Хорошая машина тоже, в общем-то, справится со своей задачей без проблем. А следующий промокод, ребята, в преддверии Хэллоуина будет называться #Creep, который дает 3 скина, ребята, в тематике Хэллоуина. Также VIP Gold аккаунт на 15 часов. И, ребята, 2 эксклюзивных тачки, это Lotus и ГАЗ-2407 в раскраске тоже Хэллоуина. Рекомендую забирать именно, когда начнется мероприятие, прям покататься, выделиться из толпы на тачках будет самое оно. По промокоду #Clown23 можно получить 3 аксессуара, ребята. Раньше они были прям раритетные и редкие. Сейчас смотрю, что некоторые аксессуары стали появляться почаще на маркетплейсах. Видать, их все-таки добавили. Но, тем не менее, ребята, очень хороший промокод. Очень хорошая випочка на 6 часов здесь. А также тачка BMW X6M также на 6 часов забираем.
Последние промокоды, ребята, которые выходили вот буквально недавно и работают на всех серверах, называется один из них LVBR, ребята, довольно-таки неплохой промокод, который дает Bentley Mulliner, ребята, на 12 часов и довольно-таки неплохой VIP-голд для развития вашего персонажа. Плюс, ребята, есть промокод LAMBR, который дает Lambo Aventador и тоже, в общем-то, VIP-голд, но вроде только на 1 час. Хотя, в принципе, этого тоже достаточно, чтобы успеть заработать на этом денежку. Что ж, ребята, одни из последних еще промокодов, которые у нас были, это промокод NGDBR, который дает Lambo Urus на 12 часов плюс VIP Gold аккаунт на 3 часа. Почему бы и нет, машина прекрасная. По промокоду хэштег Matiz можно получить Deo Matiz Sport на 3 часа, машина тоже неплохая. А если хотите машину прям отличную, то есть промокод хэштег Friday13, ребята. По нему можно получить 3 скина, VIP Gold аккаунт на 8 часов и заряженный донатный Бэтмобиль на 2 часа. Очень быстрая машина, даже может быть местами и быстрее, чем Bugatti. Поверьте мне, я на ней катался, машина прям пушка. Итак, ребята, еще парочку промокодов, но они прям вообще старые-старые, поэтому на СПБ, может, часть из них не работает, но тем не менее. По промокоду DEF можно получить ВАЗ-2114 на 8 часов, что тоже неплохо, а по промокоду хэштег Shark можно получить Mercedes GT63S AMG тоже на 3 часа. Хорошая акула, хорошая машина, кстати, часто ребятам падает сейчас из контейнера, поэтому, ну, чё бы и нет. Кстати, не знаете, как достать бесплатный кейсик на Black Rush, смотрите мои ролики. Ну и, ребята, по поводу, кстати, прав, я заметил, что много вопросов. Сейчас, оказывается, из GPS убрали точку автошколы, и, ребята, многие вот в комментариях пишут, типа, где автошкола. Ребята, все очень просто. Если вы приедете на автовокзал Лыткарино, от него просто берете чуть-чуть правее, и сразу слева увидите здоровенное оранжевое здание. Это автошкола с автодромом. В принципе, что вы понимали, на карте вам тоже покажу. Ничего сложного прям вообще нету. Вот непосредственно вот это и есть автошкола. Я прям, кстати, возле нее нахожусь, только с другой стороны. Вот так вот как-то совпало. Что ж, ребята, вот и все, что я хотел вам рассказать. Обязательно приходите на стримы, обязательно участвуйте в конкурсе. Играйте вместе со мной, кайфуйте, конечно же, зарабатывайте миллионы. Ну и потом сольем все это на стримах на казике. Хотя ребята со мной в казе ходят, тоже деньги поднимают, как говорится. Ну, пока что прет. Вот она, ребята, автошкола. Вам, если что, сюда. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.